Здорово. Здорово всем. С вами Павел Немиров, Евгений Камынин и Евгений Камынин. И сегодня будем устраивать необычный обзор жвачки. Жевательная резинка Дирол. Дирольчик для него. Это пацаны должны. Да, пучаны жуют, как говорил Виджигинг. И Стимрол. Легенда 90-х. Легенда. Легендарный Стимрол из далеких 2000-х. Да, потому что как его набодрили, мы еще внимание. Там и дать вот еще и попробовать. И мы начнем со Стимрола. Да, со Стимрола начнем. Павлик, тебе. Так, где моя порция? О, мне досталось, спасибо. Че, дегустируем? Поехали. Правда дегустация? Очень вкусно. Угу, вкусно. Диванные эксперты одобряют. Одобряют. Стоимость этой жвачки 30 рублей. 30 рублей стоит. Ну и, наконец, второй у нас экспонат, как говорится, это Дирол для него, для пучануки уже говорил. Да. А девочки должны кушать с вишенкой. Да, и не пилить. Да. Это что, жвачку проглотил, что ли? Так-с. Ну и мне. Приступаем к дегустации. Приступаем. Ну, первый лучше. И это тоже лучше. Ну, первый тоже лучше. Но первый все-таки. У меня смесь получилась какая-то. Но первый все-таки лучше. Диванные эксперты одобряют. А сколько Дирол стоит? Цена этого Дирола примерно 39 рублей. Стимрол побеждает, он дешевле и вкуснее. Да, вкуснее и дешевле. Легендарный Стимрол побеждает у нас в передаче. Итак, ну тоже нам пора заканчивать, поэтому... Лайки, репосты, подписка на меня, на Павла Немирова и на Женю. Всем удачи и всем пока. Все расслабили, были лучше, и хозяин весел был, а жилец...